Здравствуйте. У многих может быть и еще такая причина по автозагрузке браузера вместе с программой Windows. Вроде бы все галочки сняли в автозагрузке, как показано в ранешнем видео. Планировщики задач сняли эти задачи, и браузер все равно запускается. Обычно это бывает с Яндекс.Браузером. Давайте мы проделаем эту работу и отключим окончательно автозапуск браузера, чтобы он не запускался вместе с запуском Windows. Запускаем браузер Яндекс. Справа вверху на странице открытия браузера нажимаем на три черточки. Настройки. И опускаемся вниз. Показать дополнительные настройки. Нажимаем. Еще раз опускаемся вниз. И вот здесь слева видим написано «Система». Здесь, если у вас стоит галочка «Запускать браузер вместе с Windows», то убираем эту галочку. И все, больше вас не будет беспокоить автозапуск этого браузера. Закрываем. Все, вот так быстро каждый сможет отключить с автозапуска браузер Яндекс. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.